вымирание. Ну, нас тут уже мутузят, берут с тупым палтом вместе. Это локалка, сервер. Собственно, всем привет, друзья. Угу. Собственно, большого количества людей, а точнее вообще никого, кроме меня и тупым палта, вы найти не должны. Здесь видосики. Собственно, цель того, что мы сегодня снимаем, да просто глянуть, что такое вымирание. Оно тут вот появилось сегодня ночью, а записываем мы сегодня уже вечером. Не знаю, значит, выйдет оно завтра, не суть. Вот. Посмотреть, может быть, кого-то притомить, ну и такое. Ознакомительное, в общем. Спавнись, наверное, на ист, который вот второй. Я потому что тут что-то нас... Алло. Вижу, а ты не можешь сделать так, чтобы мне к тебе тпхало? Я специально поставил, чтобы ты мог как можно дальше от меня отбежать, потому что иначе, понимаешь, тебя будет тэпить, ты отойдешь буквально до соседнего дерева, и тебя ко мне будет тэпить. Ну, 400 метров это слишком. 400 метров? Вот, блин. Ну, я друзья, вот смотри, видите, если вот я в эту сторону... У нас тут такой здоровый бионический город из тека, вон всякие дроны летают. Да, город вообще гигантский, вот реально похож на то, как представляют будущую Землю, вот реально примерно такие же города, только каким-то образом без растительности. Слушай, если я бегу сейчас в эту сторону, у тебя расстояние уменьшается или увеличивается? У меня? Вот сейчас уменьшается. Сейчас уменьшается, значит, я бегу в точную, в правильную сторону. А ты что, типа, заспаунился там, я где... Я за тебя. А, так, сейчас тебя надо принять, наверное. Принять в рукожопы. Что у меня? Балт, уровень 1. Вот. А у меня тут уже уровень 87. Ну, так получилось, я на локалке играл какое-то время. И мы сразу тогда можем глянуть новые энграммки, которые добавились. Вот мы сразу видим Small Taxidermy Base и Taxidermy Tool. Вот я хочу это изучить. И это вроде как для создания чего? Я забыл, как это называется, статуи, если я не ошибаюсь. Чучело. Ну, чучело, статуи. Ну, скажу сейчас сразу, тут много всяких инграмм на тег, можно даже своих роботов создавать, можно даже робота-мех создать, изучить, вот, который на надзирателе присутствовал. А, собственно, вот это вот все можно сделать. Но, к сожалению, 87 уровня для этого не хватает, потому что вот смотрите. Значит, вот он 87, а детальки какие-то, которые внешне вроде как похожи на вот, детали робота, они вот с 91 начинаются там и так далее. 95, вот я вижу что-то, 7 и дальше. Так, собственно, что мы сейчас с тобой хотим сделать? Вот я изучил эту штуковинку, типа таксидерми фиговину. Мне надо на нее дерево, камень и солому. Я хочу это добыть и сделать. Посмотреть, как это. Я тут ставил вроде как... Я увеличил, по идее, сбор ресурсов, поэтому долго это не должно быть. Ну, вроде как, да, сейчас топорик сделаем, быстренько наваяем тут себе чего-нибудь такого... Что же делай, не тупи. Уровень как раз таки апнешь себе. Тут, кстати, воды полно в этом городе еще. Вот, воды полно, это, кстати, хорошо, я потому что пить хочу. Надо сейчас что-то хлебнуть. Да, только... И пока что вот ты видишь, тут ходит обычная живка, то есть она даже не заражена ничем. Но пока мы тут пытались начать серию, я уже видел каких-то тековских существ. Какой-то шарик видел, какой-то летающий шарик. И чувака, который был в трейлере первом вымирания, который перед Гигой там стоял. Вот его я видел, и он, кстати, не нападает на меня. То есть они вроде как дружелюбные. Так вот, бить я их еще не пробовал. Этот чувак называется Штурмовик. Он может карабкаться по стелам и... Несмотря с какой стороны он будет падать, он не получит урона от падения. Вообще никакого. Ну это и же притомить классно. Его нельзя. Притомить его нельзя. А его можно только собрать. И он будет питаться вот мелкими частями элемента. Порошком тековским, да, типа, да? Тековский, да. Это будет его подзарядка. Блин, а я почему-то был уверен, что его можно притомить, уже обрадовался. Слушай, я тут какой-то этот обрыв нашел, спуск вниз.
Слушай, и типа шел в ту же сторону. Найти. Надо, надо. А тут, кстати, есть такой прикол, то, что если не бегаешь, то вода потом вот типа не пишет то, что у тебя катастрофа прям такая большая с водой, и это круто, тут вот какие-то особенности есть. Я не уверен, что вот это белое пятно это вода. Но я попытаюсь прыгнуть. А тут фонтаны всякие есть. Я уже даже не долетел. А это не вода была, блин, я разобьюсь. Щит, я разбился. Как так? Обидно. Так, ладно, сейчас тогда попробуем заспавниться. Тебя тэпнет ко мне, я сейчас заспавниться попытаюсь. Sunken Forest. Смотри, вот что тебе больше нравится? Forest, лес или пустыня? Скажу одно, лучше в лес. Ну, наверное, погнали тогда в лес. А снежный биом, это я думаю, напоследок оставим. Я хочу проверить, как там на нас снежный титан сагрится. А он типа там просто ходит, его ничего не призывать. Нет. Особо не надо ничем. Нет, они вот там не ходят. Все титаны не ходят, они появляются в определенном месте, если ты к этому не ходишь. О, смотри, подходит. Вижу новую живку. Живку новую вижу. Ты там это нормально пролагал? О. Ой, раптора вижу. Немножко. Ой, блин, раптор сразу. Музыка новая, кстати, вот. Вы, конечно же, ее должны слушать с моими настройками музыки. Ее все должны слышать. Вот новую живку вижу. Это как его обозвали? Надо музыку чуть потише сделать еще. Да, ее тише. Гача, да. Я там, кстати, там за тобой рапторы бегут. Тековские, обычные. Там, кстати, это гача. Она вроде как... сейчас скажу. На нее седло есть, но на каком-то там... Сейчас скажу, на каком уровне. Блин, жопа ФП. Ну, оно такое, вот оно, гача седл. На 38 уровне, там нужен хитинг. И вот эта вся шняга. Чуть-чуть, камни такие странные. Кстати, это мы где-то в пещере в лесу. Похоже, по идее, на Абер. Это резнулся. Подземная пещера. Они теперь с этой гачей мочат. Походу, гача не сопротивляется. Ну да, они ее убили. А походу, да, не сопротивляется, как другая живка. В смысле не по идее. Сопротивляется? Гача, он не сопротивляется, он может дать отпор. Не, ну вот они только вот ее ушатали, взяли просто. Да, вот он и ты. Слушай, надо же это, наверное, со скинами забьем. Да, вот надо вот добыть немножко кожицы, я хочу показать. О, боже, а что это снимать? Что говорю, что-то его... Он просто на жопе проехал такой. А, он, короче, смотри, убегает, он с ними не дерется. Ну, он же, наверное, прирученный. Может, прирученный и может их замочить, а так. Ну, не суть, смотри, вот мы вышли в лес. А если его кормить камнем, он может... Он, типа, перерабатывает ресурсы и выдает любой какой-то там ресурс за камень. Его надо накормить правильно и выдаст ресурс, который хочешь. Ну, это же хорошо. Это очень хорошо. Скажу одно, если... сейчас нам надо насобирать ресов, а то как мы будем вещи новые крафтить, если ресов-то не будет? Вот, кстати, деревья так просто на ежку собираются. Самое главное, это вон кожу просто найти, чтобы вот скин показать, вот который я открывал еще. А, ну да, кожу надо найти. Ну сейчас авось мы там быстренько копья наделаем, вот тут паразавр мечканю. Смотри, сколько тут берега валяется. Ой, это этот пахицефалозавр, охренеть, что он тут забыл? Не знаю, мне, может. Кстати, кажется, мы же еще пока не знаем места спавна на новой карте. Велонозавры. По-любому тут есть. Это типа, которые, да, которые в трейлере стреляли, что ли? Да. О, кстати, интересно. Я хочу сейчас крафтить вот эту новую штуковину, которую я изучил. Собственно, камень я уже собрал даже с избытком на нее. Мне надо солому, дерево и кремень. Сейчас сделаем. Все. О боже, так. Сколько говна. Вот она, кирочка. Сколько? Ну, да. Сколько говна. Это извечная проблема. Я насобираем. Он уже соломки насобирал прилично так. И посмотрим, как работает эта новая штуковинка. Потому что мне что-то интересно. Вот, знаете, я снимал видосики на Скорче, в предыдущем трайбе. Да и вообще, кстати, этого трайба уже не существует, и базы там той тоже нет, потому что, ну, потому что несчастный случай.
А так очень хотелось бы вернуться туда. Кстати, скажу сразу, поставить там монумент. Телепортироваться, например, в кластере сервера на сервер через обелиск нельзя. Тут нет терминала на обелисках. Тут можно через терминалы в городе телепортироваться обратно на другие сервера. Терминал в городе? Ну ты же знаешь, как это делается, да? Конечно. Покажешь мне? Да. Я вот уже крафчу, кстати, вторую штуковинку. Я скрафтил я даже бейс, знаю, вот этот инструмент делать. Там обелиск, который там вот у нас находится. О. Так, я поставил. Я вот эту хрень взял. Что теперь? Не, не посмотрим, то сделал. Надо, вот ты, например, убил существо, и ты должен это существо вот этой вот штукой ударить, и получишь его шкуру, типа, и тогда ты его вот сюда вот помещаешь, и будет у тебя это существо. Можешь даже меня. Да ладно. Ударь меня. А ну-ка, давай. Попробуй, есть шкура? Я так понял, ничего, тебя, наверное, надо убить, и именно мёртвого уже. Не надо меня сказать. Убивать, вон этого. Как ты же это? Как ты же реснешься здесь в любом случае? Чё? Тебя уж талкер кой. Так. Ну-ка берем инструментик. А, вот, слышишь, собирается. Тут импаут уровень 3 дернис мне удалось. И. Опа! Смотри, твоя эта статуя появилась. Ай, блин, раптор. А тебя мочит. Меня раптор мочит. Раптор. Ты твоя статуя, алло, чувак, блин, беги. Да. Мы же теперь реально сможем воплотить нашу мечту, поставить монумент на том скотче. Да. Крутяк. Я, блин, себе на официалке понаставлю столько монументов по всей базе. Там, блин, меня ну, только правда, раптор убил немножко. Ну, правда, это не я, скажу сразу, это не я. На самом деле, я по-другому выгляжу. Я так просто летит. Ну, это да. Сейчас бы так, у меня, слушай, наверное, лес. Была борода такая белая или еще. Ну, не знаю, как там будешь уже выглядеть, потому что я тебя там давно не видел. Ну, смотри, лес мы уже затестили немножечко. Я думаю, надо в эту, в пустыню нашу любимую с тобой смотаться. Погоди. Тут, кстати, всего... Я Шо? Считаю то, что... При чем тут пустыня-то? Надо... Ты хочешь еще лес посмотреть? А в лесу уже этот есть лесной титан, судя по всему, и мне очень интересно его проверить. Ну, давай. Я спавню себя в другой точке, только в лесу. Надо какой-то, вот смотрим, тут, кстати, думаю. Наполовину с болота. О, болото, тут, типа, господи. Тоже попрыг... есть обелиски, да? Да. О, давай этого дилфозавра положим и кожу с него работаем. Дилдофозавр, как у меня его имени называют, да? Там вообще ржачный случай был. А вон тут еще один фигофозавр. Подожди, ну тут речушка такая какая-то. Я вон там, кстати, вижу кого-то. Хрена это... их три. А, это игуана. Так, три. Их три. Живи, не умирай сейчас. Они в ложке, они не попадут. Он десятый. Это по училище. Кулаками суть забьем. Ну, не знаю, как хочешь. Вон, я вижу гачу эту. Блин, а мне интересно, ее надо как? Она насильственным способом тамится или нет? Вроде нет. Вроде нет. Надо посмотреть, сейчас я к ней подойду. Плохо делу, прям в глаз прописали. Так, самец гача. Да нет, вроде как насильственным способом, потому что у меня нету надписи. Да чё ж музыка-то такая. Кстати, хочу сказать, карта такая очень даже FPS нормально жарёт. Не, кстати, у меня наоборот не жрёт, у меня набережь жало больше, чем здесь, да. Не, здесь ну, у меня так стабильненько, FPS... а там с просядами с жёстким. О, боже. Помог бы положить этих. Алло. Алло. Вон за мной бегут. Ну, беги дальше просто от них. Удачи тебе. Что еще сказать-то? Сейчас копье сделаем. Что нам надо на копье, я никак забыл. Дерево, волокно, кремень. Если ты подождешь, я их, может быть, и ушатаю. А вообще мы можем с тобой побежать и посмотреть вон там. Вот видишь, какой-то островочек. Я уже поплыл туда. Я бы на твоем месте сделал то же самое. А потом тебе сейчас будем там плавать и какой-нибудь крокодил или еще что-то. А вот, кстати, ты знаешь, я тут немножечко такой баг нашел, ну, не знаю, баг ли это или так задумано. Ну, если прожимать как бы на границе погружения в воду и над водой, то можно прожимать пробел, то можно видеть тех, кто под тобой плавает, собственно. А ну вообще это ни капли не баг, это просто... Просто... Вода, а нет, на самом деле это немножко баг.
она такая, знаешь, прямо мутная, голубая, не то, что на других картах, там о, она вроде как-то осветлее немножко. Да, вот, не, тоже вода, пытаешься она, так вот прожимать. Она не то, что, делать. Она тут более такая прозрачная. Ну, вот, кстати, знаешь, вижу уже несостыковочку текстур, ну, подтверждает, вот тут еще одна такая, обычно такое встречается очень редко, а тут так прямо аж раз, о, вон, там, вон, два. О, вон мясо друг друга жрет. Ладно, ты где видишь? Да вон они там. Где? Что ты видишь? Вон. Блин, я не привык так медленно бегать, если честно. Да я тоже что-то не привык. Я как-то не качал этого перса на локалке в скорость просто. О, там раптор, о, не-не-не. Не агри. Назад. Ну ты их сагри. Ну ты, блин, красавчик. Они тебя убьют, ты все равно резнешься. Что такое? Они тебя убьют, да, ты все равно резнешься. Что-то они для четвертого уровня быстро жрут-то. Ну это потому, что у тебя третий тот уровень. О, я тут кристальчики какие-то вижу. Это что за кристаллы такие? Наверное, я еще кирку сделаю, пособираю их. А это, либо это просто кристалл. Вымирание. Свымирание? Типа новые? Собираться его. Синие, что ли, которые? Те самые кристаллы. Те самые кристаллы. А блин, вопрос, вот как-то особо не играл на Абере. А, ну, значит, ты недостаточно далеко резнулся. Ты же на той точке резнулся, да? Я хрен знает. Я, по-моему, это то ли наружу, то ли... Вы ушли слишком далеко. Чё? Куда? Где? Что? Где я? Да надо быть слишком далеко, чтобы тебя тыкнуло ко мне. Не забывай это. А меня тупо бросает. А может быть я над тобой? Вполне. Вполне. Почему бы и нет. Ну сейчас я кирку сделаю, попытаюсь подолбать. Я понял, вот она, эта подзинка. Пытаюсь подолбать сейчас вот эти вот кристаллички. Ну да, так и есть. Хрена себе тут картина. Ну слушай, пока дропается просто кристалл, который... А, во! Фрагмент Green Gem. Красота, я так падаю медленно еще. А зеленый гем дропается, воду, но я же в воду падаю, да? Видишь, что ты в воду падаешь? Я умираю. Ты упал в итоге в воду или куда-то мимо? И умер. Как-то тут темновато немного в лесу. Ну смотри, мне дропается зеленый гем, который как бы... Ну да, который саберы. Зеленый обычный кристалл, мне и камень дропается отсюда. То есть, ну, можно ходить сюда, для фарма. Подожди, а раптор мочка надо. Так, ну что, ты хочешь еще лес посмотреть, или все же тэкнемся куда-нибудь? Потому надо что, о, вот нормально ты... Заряд пешком ты хочешь? Заряд ты не дал команду на использование читов. Не, вроде как можешь юзать чего-нибудь. Не, я не могу. Можешь? Не могу. Ну, будем пешкарусом. Будем пешкарусом. Будем выживать. А чё бы нет. На, дети, кирку. На кирку. Сейчас мы быстренько накрафтим все это дело. Кого накрафтим? Добежим, накрафтим инструментов, одежды, оружия, побежим пешком исследовать вымирание. А пока что на паузу вас поставим. Ну, вот, не может же просто так. Забрались, пока ничего особенного тут нет. Вот к этому синему обелиску. Вон туда вот лезь. Да, там явно ничего не будет. Я знаю, как выглядят эти платформы. Мне больше всего интересно. Думаешь, я не знаю. Лесной титан. Да, лесной титан, хотелось бы его а увидеть. А попробуй эти крылья нам. Илья. Это прям вместе, кстати, с да. нагрудником с каким-нибудь. А вот этого вот хватит, который тканевый. Не, ну стой, забраться же надо, у нее тут залез уже куда-то. Залезь. Слезаю. Смотрю. Тут еще можно куда-то залезть. Так, и... Чё-то тут ничего нет. Просто кустов. О, нет, слышишь, тут тег-заметочка. Точнее, просто заметочка. А, какая? Собственно, вот, я залез сюда. А, тут импалт решил не завозить. Вот я тут нашел Explorer Note. Взглянем на кого он. Она... Походу она на вот этого гиганта лесного.
Ну, вроде как на него, да. А не где он точно сам? Где он сам, я честно не знаю. Блин, мне честно кажется, тут платформа где-то под носом, и я не могу ее найти. Вот надо вот реально крылья эти саберы полетать вот прям с этой скалы. Ну, я с тобой согласен, да, что надо крылья саберы. Сейчас я нам... Как они там называются? Сейчас я их нам на плиерс. Это в ту сторону. Сейчас залезть предварительно туда, где я только что был. Потому что вот потому что. Потому что поэтому. Ой, сейчас вот сюда вот так вот залезу. Повыше. Надо куда-то вон, видишь, туда лететь. Куда? Дальше по реке. Вот туда. Вот куда я смотрю, дальше по реке. Вот, мне показалось, вот отсюда вот повыше. Вот тут вот он где-то должен все-таки быть. А как записка, кстати, выглядит? Дай-ка я быстренько. Она там, кстати, еще выше, слушай. Вот еще выше туда забирайся прям. А, вот она. Да, ты же ее щелкни там. Вот, вот надо посмотреть, там же, видишь, выше выход на поверхность есть, я не знаю, сможем мы туда забраться или нет. Лесной титан. Полетели тогда туда, куда я смотрел, это вот отсюда можно стартануть. Надо вокруг пролететь. Ну, полетели. Ну, в любом случае, полетели, да. Есть я в полете не могу. Летим вот так вот, короче, вдоль речки. Так как и летим, просто на К можем посмотреть. Полюбоваться видом, вот водопад такой красивый, всякие постройки какие-то провалившиеся под землю, это или это они так и должны были быть. Части Акбера, части всего. В общем, совмещенная мапа. Я тебе скажу одно, этот титан где-то вот возле синего обелиска находится, это сам. Ну, вот сейчас, может быть, найдем этого титана. Но он, знаешь, почему бы и нет? Он в тех сторонах где-то. В тех, в противоположных, ты хочешь сказать, что ли? Да. Мы с тобой, летим, кстати, летим к тупику карты. Не туда летим, разворачивайся. Ну, сейчас развернусь. Сейчас развернусь, то мы куда летим-то с тобой тогда, получается? Вот так вот нам надо лететь. Собственно, если б я видел тебя еще, потому что... Ты ж не забываешь, что тебя телепортируют ко мне. Так. Не, ну вообще... Я уже и лечу медленно даже. Вообще он где-то тут должен быть. А ты его вообще видел? Да. Ну, уже. Уже замечал, да? Ну, это хорошо, значит, не есть тогда на кого положиться. Ну, просто, как можно его не заметить? И прикол в том, то, что это такая машина здоровая. Ну вот мы, к примеру, мы же сейчас его не замечаем, но найти не можем. Делаешь, короче, мы, друзья, вот решили пойти на снежный биом, чтобы найти тут этого снежного титана нашего. Вот я уже наблюдаю за Магандером или Виверном. Ну, его как-то вот в этом роде называли. Вот он тут летает, летал, точнее, суперскорость. Я тут вообще вон камни забагал. Меня все никак вот не может. А, то есть ты все никак не вылезешь оттуда вот, да? А как я вылезу? Я прям внутри. Я просто уже пытаюсь... Блин, ну чё ж тебя так забагало-то? Я просто прям... все пытаюсь где-то заспавниться так же. Ой, нет! Куда ты меня? Я сам... Я рестлился, и вокруг вот так вот диадоны стояли, стая целая. О, короче, вот да, я сейчас нормально рестлюсь, вот где хочу. Вот в этой вот где точке. Хочу. Только тебя ко мне отдохнет в любом случае. Не, а ты не торопись. О, найс. И вот быстренько, вот если у тебя сейчас остался чит на эти крылья и... Ой, нагрудник надо. Да-да-да-да-да. Нагрудник надо. За мной бегают эти самые. Да куда они тут берутся, эти псы? Ай, меня сейчас убьют. Третьего уровня нет! Им зато так. Я лучше упаду вниз. Я вниз быстрее упал, чем он меня убил, ты прикинь? Я так лечу вообще. Да вот. Дуй. Чё за бред? Почему я умер, когда ты умер? Вообще не знаю. Так, ладно, спавнимся опять-таки там, где ты говорил, ближе вот это 2090. О.
Ура. А, тут теперь волки копошатся. Да что ты будешь делать, стая волков целая. Да охренеть. Я вот прям понравится. Это я не виноват. Ладно, ребята, убивайте. А встретимся где-нибудь еще. Снежным яном. Вон он, хрена он тут летает. Охренеть, безумная штука, просто ракета. Ракета. Тебя там тыкнуло ко мне, нет? Да, короче, пошли пешком, я заколебался. О, заспавнились внизу, поближе к обелиску. Да, я понял. Ну нет, соблизу. Если бы сейчас это был реальный человек, он бы сказал то, что я мазохист, потому что вот зимой плавать по воде. Плавать по воде. Ой, волки. О боже. Да чё ж вас так много, братья? Да откуда? Да за что? Так, так. Спите! Я буду жить. За что я люблю официалки? Там в последнее время так багается живка, она убегает от тебя вместо того, чтобы бежать за тобой. Вот. А, я добегу. Чё ж вас так много, мрази? Я добегу. Спаси меня. Так. О, так ты это... Давай. Собственно, есть-то... Где? О. Арены обелиска нету, ты прикинь. Терминала там нет и все. А его и не будет. Слушай. Да ну в побед, короче, этот Сноу, давай в дезерте посмотрим. Погоди. Тут, блин, немножко до этого туда добраться, да, снежного. Титана. Да танчить нету титана, лёд. Сейчас надо. Ты в пустыне был? Не был, наверное. Значит, да надо посмотреть, что-то. Пустыня. Ох, какая классная делаешь? Пустыня, слышишь? Как я не знаю. Это пустыня Дивна. Я новую живку вижу! Как? Вот этого засанца, который стреляет. Где? Их тут прямо много. Переснулся вообще. А, чё это? Что? Что с небом, господи? Небо, кстати. Да, обычное небо чуть. Хрена себе обычное небо. У меня, знаешь, чё, не небо, а... Пипец какой-то. О, охренеть эпично. У меня вот прям прорисуется, как я нахожусь в шаре. О, слышишь? Ты в шаре. А, у тебя ж, наверное, дальность прорисовки на эпик стоит, да? Я просто на высокой вроде как. Не суть. В общем, мы, друзья, решили в пустыню тут наведаться еще, посмотреть, что тут. Вообще просто так мне она нравится. Я вот тут сразу вижу новую живочку. Хочу подбежать, посмотреть поближе. Надеюсь, она не убьет меня. Хотя, мне так не кажется. Кстати, довольно небольшая. Велонозавр, кстати, слушай. Он меня бьет, но что-то убить меня не может. Это он не сильный. На втором уровне можно изучить седлон этого велонозавра. Оно, кстати, такое. Где-то 30, может быть, какой-нибудь, если не... Ой, меня убили. Сейчас, может, 30 какой-нибудь, если не ошибаюсь. Вот почему ты не захотел вот посмотреть на этого... На этого кого? Снежного на титана? Да, просто понимаешь, нас же там убивали волки эти все. Да там на изи, там вот просто если со скалы спрыгнуть вот с этими с крыльями и все, уже будешь на месте, и он там начнет прорисовываться. То есть титан, я тебе отвечаю, я видел, как его там появлялся он. Так, сейчас я тебе скажу седлона вел. Вот, на 27-м вообще седлона этого велонозавра. Вон я должен. Можем, кстати. А чё они в пустыне забыли? Да не знаю даже. Можно, кстати, попытаться наколдовать. Чё, вот наши велонозавры, они у нас находятся в пустыне, а небо у меня вообще пипец какой-то. Ужас. Здорово. Здорово. Где есть, кстати. А чё он агрится?
Это что за удары? Он, кстати, да. Сейчас... Да он такой, он слабенький какой-то. А почему такая пощечина? Зачем ты пощечину даешь? Ты стреляй в него. Пощечина — это неинтересно. Надо стрелять в меня своими шипами. Может, мы ошибаемся, это не он стреляет. Может же быть такое. Хочу. Слышишь, меня пристрелили, алё. Кто? Воу. Вилонозавр. Ну только со спины. Со спины. Я, кстати, там нам я нам командой притомил одного. Надо он какой-то. Надо теперь взять. И это кто? Это Ютик, что ли? Или Шуй? Я походу и Тирануса вижу, странно, что я его здесь нашел вообще. Кстати, тут такая хрень какая-то была. Подожди, а в чем прикол? О. Меня опять пристрелил Вилонозавр. Но он меня именно пристрелил, как бы. То есть я не видел, чтобы кто-то стрелял. Смотрите, друзья. И меня со спины убили. В чем прикол? Это у нас, короче, Вилонозавр. Ты там с припамленными этими веселишься, да? По-корявому. Он бегает очень странно, покорял он как-то. Так, ладно, проверяем его способности. А, слышишь, он реально стреляет, короче. Да. Понял, они. Так, они вот там пробуем. Просто как, а вот как с пулемета нахреначил. Он начинает что делать? А, во. Он начинает он разбрасываться шипами. А он типа может без седла, что ли? Да. В смысле? А я без седла на него сел. А, ну может это потому что... Тут у меня чувак и на топижаре без седла гонял. Мне теперь себя найти надо только. Потому что вот я что тоже хочу себе Вилонозавр. Витамину больно быстро тратит после этого. Так. Ну ты не забывай, он 9 уровня. Опа, текстурки не прорисовавшиеся. Руками бьет. А как же стрелять? Нажимаем кнопку S русскую. Прицеливаемся, нажимаем... А у меня у одного тут текстурки не прорисовались. И он начинает шмалять. Дальность у него, я как понимаю, ужасная. А ты все там же находишься? Да. Не, ну ты знаешь так, для нападения на живку. Да. Сейчас будем на тебе его дальность. Ну да, можно, кстати, сейчас без будем седла. На тебе его дальность проверять. А, да не смей. Вот на Скорпионе что-то. Что-то вообще он как этот... Ай. Он как этот самый... Не, ну вообще... Он ну, может, короче, ну, в принципе, как шипастый нормально. Дракон. Не, ну да, для начала. А ну, седло на 27 уровне крафтится, то есть его можно сравнить, не знаю, с кем. Не, ну вообще, ну, с раптором, динозавр, динозавр классный. Хотя, может, чё мальдёшь, попробуй отсюда. Это мне уже кажется, вы попадаешь, слушай. О, хрена себе, вот этот... Хороший выстрел. Хорошо снес. Ну, вообще классно. Там дальше я уже... Дальше я уже не попадаю. Блин, как прикольно. Ну, видишь, как у него голова классно вибрирует такая. Да вообще он сам... У него типа перегрев еще есть. Смотрите, друзья. Это вообще крутяк. Да, а Саша, мы без седла на них гонять можем. Выносливость ему надо качнуть. Ну-ка, а он я вам что-то... Стегозавр перестрелять. А в чем прикол? Вот у меня... Сейчас вот дальность сейчас у него не достает до стегозавров. Чё, в чем прикол? Он меня, короче... Вот теперь я регенит стамину. Странно, о, как-то кстати, у меня то регенит, то не регенит. О, у меня как раз есть кожа, кожа я могу теперь сейчас нужно. Показать костюмчик свой. Почему я не могу? Вот так прикол. А он у меня это самое. Да. У меня не резает. Не хочет собирать кусты, ты прикинь. Можно а он у меня это. Забрать? Ну, на стамину не хочет регенить, в чем приехал. А у меня не хочет. Мне кажется, я поломал Вилонозавра. Ну реально. Вроде как это. А у меня что-то не хочет кусты собирать. У тебя мужик может кусты собирать? И так это же это не собирающийся. Он же не собирается. Просто трава.
Да. Если бы ты поиграл с моими конфигами, которыми я пользовался на Scorch, ты понял, что это просто трава, которая текстура. Тут вообще как таковой нету этой. Оф, я их не вижу просто. Да в смысле просто? Это, кстати, серьезно. Нормальная, обыкновенная трава, что тут собрать? Ну, по идее, это просто текстура, потому что я не вижу. Не вижу кустов. Где кусты? О, спина вижу, да. Ты прикинь, тут даже спина заспавнится. О, надо. Раз мы спина придавим. Ну, надо было гачу как-то. Я вспомнил команду просто одну, типа, для отомления моментально. Надо было этого самого. А может, вот мы сейчас мотаемся в город, пытаемся этой командой притомить. Ну, я спинозавра притомил. Yes. Динозавр нам сделал. Надо, знаешь, чем вот мы не рассмотрели, наверное, самое крутое вот в этом дополнении, это то, что можно защищать какие-то башни. Башни? А, да, там, кстати, можно же так сделать, но тут я вот честно не знаю, где их искать. О, охренеть, это что, типа перегрева? У моего изо рта какой-то дымок, или это он просто баг? Да, я, кстати, вижу, у меня тоже была такая фигуэна, типа он перегрелся немножечко. О, охренеть. Он у тебя регенит стамину? Да. Но я не могу собирать кусты в окно, можешь мне дать? Я просто хочу друзьям сказать. У меня нет этого волокна. Так... Что ты хочешь? Может, ты можешь. А его уже все видели. Я их не могу собрать, я понимаю. Это как-то странно. Сука, дерьмица. Так, ну погнали, нам надо в какую сторону, чтобы выйти отсюда? Нам надо туда, до города, нам в ту сторону побежали. Это кто это, Ютик или кто это? Ладно, что не по... А, это Алозавр. Я что-то пару шишков буквально сделали, и я нашел вот такую хреновину. Я решил встать туда. Что-то пошло не по плану. В общем, смотрите, я не знаю, она сработает еще раз или нет. Это работает. Тут по времени. Должна, наверное. Спускает. Ну да, вот он большой спускал. Ну сейчас постоим, подождем, авось меня все-таки кинет. Наверх, обратно. Там я просто так неожиданно это дело произошло, я что-то аж прифигел немножко. Давай, дядя, работай, слышишь, он не хочет меня бросать, он все, закончился. Типа, мало ли такое может быть. Ну ты там настрелял вообще. Да блин, контра. Ой. О, здорово. Дядь, спасай. Что-то он не хочет меня кидать. Мне больше всего нравится, как он еще лапы дает. Блин, охрененно. Во, смотрите, полетел, взял. О, просто, полетел. Видите? Я ж говорю, я просто взял такой вверх, подлетел и вуаля. Я вижу, кстати, типа, как бы это самое, границы пустыни. Ой, я куда-то кстати, лечу. На завод энергию устанавливать даже при прицеле. Ой. Опа, убит. Ой, я разбился. Вот, друзья. Мы уже дошли тут вон до конца вот этой вот выжженной карты, типа. Сейчас уже пойдем туда вот, в эти зараженные земли. Тут уже, по идее, должны быть границы. И сейчас вот мне интересно, как это будет выглядеть мой переход. Собственно, вот мы еще по дороге нашли газ Бенга, вот этого шептуна. Я разберусь сейчас с шептуном. Сейчас разберусь, как им пользоваться. О, всасываем он, воздух. Фига он расширился, смотри. Я и знаю, чё? Он по идее очень большой вес держит. Полетел! Так, ну да, кстати, 3000 килограмм он может поднять, и он тут зараженного птера вижу. Слушай. О. Давай уже армию введем и погнали туда. Фолов здесь всех за собой? Ай. Знаешь, о, все с собой скажу, и они уже нормально так красные. О-о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 
Слышишь, а там это самое. Как тебе сказать? Меня сейчас разнесут. Блядь. Нет, это... А, точно, меня же не разнесут. Это... А я не знаю, как ты спустишься вниз.
Вот что я тебе могу сказать. О, вот видели, как классно прошел вот переход. Прям по всему экрану вот этот вот. Я тут прямо это вижу, столько всего. А отсюда же эти хрен спустишь сейчас. А, я ж тебе про это говорю. Ты сейчас тогда обходи, получается, потому что тут уже есть как бы. Живка, живка, урон от падения получает. Ах да, точно. Ты расстреляй вот этого вот урода, который. Ну видишь, я лечу. Блин, я опять не ту кнопку нажал. А у меня не достанет радиус. Не достанет, но сейчас я все равно добегу до тебя как-нибудь. Я там вижу. Ты слышишь, ты прямо... давай все обратно берем армию и вниз. Я не зафоловил за собой, я ж тебе сказал, зафоловь. О, сейчас убью. Сейчас как раз проверим. Сейчас ты косишь проверим. Как-то. О. Коррупты птеранодон. Блин. Ты зафоловил? Зафоловил? Жарко очень, я тебе хочу сказать. Ну уже еще один вилонозавр. Да, давай, еще один вилонозавр. Ну, братан, давай. Слабенький, давай. Вообще. О, смог. Блин, они такие милые еще. Ху. О, не-не-не. А, слышишь, тут какой-то еще вон на голод какая-то хрень, типа, здесь. А, типа, повышенное использование голода. Я там тиранозавра вижу вообще. О, я сейчас к тебе должен телепортнуться, по идее. 50 градусов, ты прикинь. О, все, я у тебя. Он-то, кстати, прыгать может, но он прыгает как чмошник. Жара. Ой, стой, да погоди, дай на крышу. Я тоже думаю. Ну, попытайся сядь. Тиранозавр вообще? Ты там бежишь, пешочек. Да, стой, не иди, не надо хотеть на одного велонозавра сидеть. Где мой? А вот мой, да? Нашел, все, съел. Охренеть, зараженная жидкая яичная. А ты знал то, что ее мясо жрать нельзя, умрешь? Нет, не знал. Ну, а теперь знаю. Охренеть за яичная, зверь выделил. Класс. Тут, по-моему, одни бронтозавры. Это, кстати, что за дерево? А, мне просто будет дерево теперь. Ну ладно. О, зараженные дилики. Я тут... А, о, все. Армия багуется. Охренеть, охренеть. Незараженные дилики. Давай. О, офигеть, при попадании по ним еще такой фиолетовый. Вообще классно, мы идем только. Да, знаете, пацаны! Хотя бы один маяк найти. Дайте выйти, ребят. Что-то вот на небо смотри, я вот точно не знаю. А, рапторы. Понимаете, смотри на небо, блядь. Я просто не знаю, как. Я сейчас, кажись, сдохну от холода. Вообще, точнее, от жары. Infinity Stars. Да, что-то... Не. Вот, у меня это не работает. У меня тоже она не работает, кстати, я не понимаю, почему. А вот не хотелось бы просирать эту самую. Блин, спинозавр упал. Сиро все-таки летает, не птир, охренеть тут зараженный жидкий.
Я вот все думаю, а где все-таки тут это-то находится? Вот всякие такие сферы, которые... Я-то сейчас умру, конечно. О, луна взорванная вон. Mm-hmm. Блин, а вот это вот плохо. Не надо было тебе умирать. Давай, наверное, я сейчас подожду, пока Infinity Stats. Ну, чё же это? Как-то странно. Вот проверяем, как агрится стегозавры. О, охренеть, нормально. Они вообще все агрессивно стоят. Вот вот чё за штука-то такая? Ты чё, это что ли нашёл? Колонна, что ли, вот эта вот, которую так маленько тянет, это другая фигня. Охренеть тут заражённый всякий дребедин. Странно. Что это вообще за штука-то такая? А еще охренеть, это что, зараженная Аранелла, серьезно? Тебя серьезно? О, слышишь, мне не показывается, где я умер. О, я же теперь, получается, наверное, не найду даже. Мне сейчас надо заспав. Вот я сейчас спавлюсь. Самая близкая граница пустыни мне. Ебать, тут. А, это ты. Да. Нихера себе. Хотел, наверное, рассказать, ой, тут админ. Нам надо притомить по фасту кого-то шустро. Ладно, дорогие друзья, вот у меня тут так получается то, что все-таки вот эти вот метеориты наши с неба еще неизвестно, когда будут падать, или может быть их надо специально ждать и следить еще. Ну вот, короче, из них можно будет выпить ценный лот. Еще вот скины, пожалуйста, вот есть вот такие вот, правда, я их сейчас не могу надеть. А, ну вот получается прикол вот в том, то, что вымирание полно сюрпризов и довольно-таки такая нормальная большая карта интересная. Поэтому обязательно ее приобретайте. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпау. До новых встреч. Палайт, не забывайте про меня, что ж. А тут так да, говоришь да, в одного, я... Еще Палайт с нами был. Ладно, дорогие друзья, всем удачи и всем пока. А то будет слишком большой уже ролик.